В Москве завершился двухдневный форум политической партии «Гражданская платформа». В зале, где проходило собрание региональных сторонников, находилось немало известных людей. И вполне возможно, что многих из них ярославцы увидят летом в родном городе. Сегодня наши граждане не обязаны поддерживать нас только потому, что мы такие умные, такие симпатичные. Мы должны доказывать нашу пропаду в споре с оппонентами. Оппоненты, их сегодня больше, и они громче. У них самые громкие громкоговорители в России. Но мы не должны этого опасаться, потому что партия «Гражданская платформа» отличается от «Единой России», как Google от «Газпрома». И мы умеем находить хороших людей, которые очень нужны нашей стране. На форуме не единожды отмечалось, что в партии «Гражданская платформа» все друг друга знают в лицо, но избирателю важно видеть эти лица постоянно. Известные люди скажут лучше и доходчивее политика. А уж если они еще и разбираются в политике, еще лучше. В первый день форума на выступление были востребованы речи Михаила Прохорова, мэра города Ярославля Евгения Урлашова, бескомпромиссного борца с наркомафией Евгения Ройзмана. Во второй же день к форуму присоединились известный адвокат, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский, литературовед, видный культурный деятель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, один из создателей независимой телекомпании «ВИД», известный журналист, а ныне гендиректор телеканала РБК Александр Любимов, лидер и один из основателей легендарной группы «Машина времени», поэт, композитор, художник, продюсер и телеведущий Андрей Макаревич и популярный актер театра и кино, ведущий, продюсер Леонид Ермольник. Все это знаковые лица современной России и пользуются непререкаемым авторитетом. Кроме того, в своей поддержке «Гражданской платформы» они посещают множество городов России. Велика вероятность, что многие из них в течение лета побывают и в нашем городе.